Привет, друзья! Клуб Рыбаков Продакшн и Михалыч МС Ледобур представляют! Сегодня у нас будет, наверное, рыбалка, направление судак. Сегодня 26 февраля, на улице сейчас 21 градус мороза. С утра было 25, сейчас немножко потеплело. Свежо у нас, я вам скажу, блин. Ух, я с моим другом Дениской. Денис. Да, привет. Мы решили выехать на речку Рось поискать судачка. Вдвоем поехали, вдвоем, потому что никто не согласился ехать. Никто, с кем не говорил. Говорят, да ну, для нас это 20 градусов, это уже, ну во, капец, это очень холодно. И вот так, я и еще один больной Дениска будем искать, друзья, судачка. И посмотрим сейчас, что с этого получится. Блин, аж язык заплетается, так холодно. Ух, между нами тает лед. МС Михалыч Ледобур дает. Хо-хо! Сейчас будем пробовать. Ребятки, как вы могли заметить, ура, мы запустили свой интернет-магазин. Эта идея возникла, когда я почитал ваши комментарии на ютубе, что многие вызвались помочь Михалычу материально. Просили, чтобы я прикрутил карточку к каналу, и люди хотели сбрасывать мне деньги. Но, друзья, просто так деньги, за просто так я не хочу. Я никогда деньги не просил и думаю, что просить не буду. Поэтому мы и решили сделать магазин с нашей символикой. Ребятки, сейчас для вас есть уникальная возможность приобрести вещи от Михалыча. Таким образом, вы поможете развитию моего канала, магазина и вообще нашему существованию. А для себя, друзья, вы получите крутые футболки, крутые узнаваемые футболки и кепки. И дальше ассортимент будет пополняться. Качество вещей, я вам скажу, на должном уровне. Так что, ребятки, дерзайте. В будущем мы планируем развивать магазин. Думаю, что будут рыболовные снасти и много чего разного. Все зависит только от вас. Желаете сделать приятно мне и себе? Пожалуйста, все в ваших руках, коллеги. Да, и еще. Многие спрашивают по снастям, которые мы раньше продавали. Я имею в виду боковые кивки, летние мормышки на карпа, весенние мормышки на карасика, удочка с боковым кивком, кормочки от Михалыча. И, ребятки, еще есть, помните, я показывал вам зимние такие маленькие блесенки, крабики. Есть еще 10 этих блесенок. Кому нужны эти товары, пишите мне в личку или на почту. Почта будет под этим роликом. И ссылочка на наш интернет-магазин тоже будет внизу, под этим видео. Ребятки, заходите, покупайте, пишите. Михалыч вас ждет. Так, я начну снова с этого дорогого балансира от Lucky John. Никак не могу его размочить. Сейчас снова помашем. Если нет, будем переходить медленно на Куусаму. Хова! Ох. Иди. Мы сейчас решили пробовать. Находимся возле русла реки. Здесь бугорок, бровочка. Но есть. Ходим уже час, и пока ни одной поклевки. Наконец-то первая поклевка. Ушел, вот гад. Ё-моё.
А был, пока включил камеру на вот такого балансирчика. О, это старые кусамовские. Сейчас вот, вот видно, не? От фирмы Кусама. Так хорошо вальнул. Мы тут ходили, блин, уже часа два или три, да? Денис, не было поклевок. Тут первая поклевка и ушел. Надо ж такое, ёб, стиль мод, стиль. Такая хорошая подача была. Ух и да. Так, чего бы его такого поставить? Еще есть это 6-сантиметровая или 7-сантиметровая, наверное, семерочка. Кусама. Вот рапала, какая побитая. Когда-то на нее неплохо клевала. И обязательно такая подвесочка. Подвесочка выстреливала. Наверное, рапальника поставим. Попробуем. Может, этот пухнастый хвостик будет лучше работать, то есть пухнастый тройничок. Это все назад. О, у Михалыча клад. Целый клад. Это здесь лежат только большие балансиры. То есть семерка, девятка, шестерка. Не, семерка и девятка. А есть еще и маленькие. Михалыч когда-то запасся. Три, четыре, пять, шесть, 7 метров глубина. Ну давай, судак, давай. На тройничок с опушкой. Перехожу дальше. На одной лунке я больше 5 минут не задерживаюсь. Опа. Судака искать-то вообще вперед, вперед, вперед. Здесь надо иметь хорошее здоровье, чтобы можно было луночкой бурить. И вот где-то, если искать по классике, если ты не очень везучий, то можно и стоит 200 лунок забурить без поклевки, а потом на 201 только гуп, так как у меня сегодня была поклевка на 50-й лунке. О, здесь немножко поглубже. И я его упустил. А упустил, потому что хотел же включить камеру и показать вываживание судака. И где-то немножко я его попустил, и он сошел. Но перед этим тоже были такие поклевки. Видно, за тройничок там кусало. Так шмок, шмок, так легенько-легенько. Я даже и не снимал такое. Я сразу и не понял, что это было. Он так легонько так дерг, дерг. А может, то и не судак. Может, то белая рыба какая-то кусала. За тройник тянуло вниз. Так, судак, давай, давай, клюнь нам на камеру. А ну, вальни-то хорошо. Так, гуп. Ай, природа, какая красивая у нас природа. Это ж просто загляденье. Надо было б сюда камеру взять, ой, камеру, жерлицы взять. Блин, народа нет. Вон там дальше один сидит. Там пару человек сидит. Опа, снова поклевка. Снова поклевочка. Ура! Ну что-то чувствую, что небольшое. Ну-ну-ну, но все равно ждал я его. Ждал его еще час. О! Ах!
Ах, ёх, чё? Народ, ёпсель-мопсель. Щука. Стоять. Стоять, я тебя сейчас покажу. О, друзья, хайка клюнула, вы видели? Хаечка, опа. На самовский балансирчик соблазнила. А, красавица. Ай, красавица. Опа. Как же я люблю, когда она клюет. Огонь. Огонь. Супер. Так, ловили судака, а поймали щуку. Да? Ну и щука хорошо. Так, отдай. Отдай балансира. Подруга, ну. Так. Зацепилась двумя крючками. Сейчас будем отцеплять. Ладно. Вот такой, друзья, щупачок. Ну, небольшая где-то. Кило 200. Но, блин, какое же удовольствие, когда она клюет. Когда она клюет на балансир, а не на жерлис. Вот такая поддача хорошая была. Как раз я разговаривал по телефончику с человеком, удочку человек хочет. И щука клюнула. Ай, красота. Ай, красота. Вот я и обребился. Щучкой небольшой. Но все равно радости полные штаны. Друзья. Ну, давай. Повторить. Блин, мне кажется, что течение идет. Где-то стягивает балансира в сторону. Это ж семерка балансир, не легенький. Так, а ну сейчас пойдем в другую сторону. Дали течение, не знаю, откуда здесь течение. Раньше не было такого. Это тянет этого большого балансира. Утягивает его кто знает куда. Надо идти где-то, где шире. Здесь как раз русло сужается. И тянет сильно. Эх, ты куда? Ты, ё-моё. А ну проверю луночку, здесь у меня судак сошел. Друг Денис пошел дальше искать. Сейчас проверю эту лунку и пойду тоже где-то туда. Нету? Пойдем дальше. Сейчас у нас здесь солнышко. А вон вдалеке снег к нам идет. Там уже оно вообще все белое-белое. Сейчас будет снег у нас. Вот это погода. Заснежит. Сейчас нас засыпет. Вот и снег у нас пошел. Мы теперь как ежики в тумане. Что-то как-то грустновато. Давно поклевок не было. Я с Дениской здесь бегаем, ищем, а он какой-то рыбак сидит уже 3 часа. На одном месте никуда не двигается. Так, а ну сейчас мы посмотрим, что он там ловит. О, далековато. Вон одна сидит где-то
в районе километра. Ну, ребята, вы видите, что он там ловит? Вот и Дениска размочился. Денчик, что там у тебя? Я что? Все почему? То же самое. Щучка клюнула, тоже щука. О, Дениска тоже на кусамовские балансиры. Вот, блин, на шары рекламы им делаем, да? Вот мы пробовали Lucky John, Рапалу, Lucky John Мубарики. Ни одной поклевки не было, да? А как начали ловить на эти кусамки, так сразу что-то там уже... Почало смыкание, да. Денчик, молодец, поздравляю. Да, и догонялку зловил. Хорошо. У Дениса, покажи, да, у Дениса вверху стоит тройничок вот такой, подвесной, вверху балансира. И вот она хватанула на него. Ну, отлично. Отлично, Денис. Начало есть. Да, вперед. Все, ну, вперед. Сразу и настроение поднимается, да? Ну а как же, погода супер. Ну да, и не холодно. Да, бомба. Все, снег прошел, сейчас солнце выйдет. И будет все огонь. Так, чтобы его еще поставить. Этот когда-то работал здесь неплохо. Но все-таки... Все-таки, наверное, я склоняюсь больше... Больше я уверен вот в этих. Оба. Кусамчики. Так, друзья, не сочтите за рекламу. Это не реклама. Оп. Стоять. О. Вот такого. Блин, рапальник. Ни одной поклевки. Хотя такой... Расцветка у него красивая, желтенькая. Щука любит такой. Ну, будем, наверное, сейчас пробовать. Так, нашел когда-то я покупал вот такой красивый цвет. Светлый. Я во всех своих балансирах крашу хвостики. Так как я заметил с моей практики, с красными хвостиками как-то... Поклевок больше, лучше клюет. И вот решил я поставить такого яркого. А то ходим снова, меняем, а толку нет. Пошел снег, солнышко исчезло. И пока что с клевом никак. Меняем приманки. Поменял я на рапаловском балансире. Поменял тройничок, поставил красненький. И с бусинкой с такой. И вот хвостика покрасил. Ну, давай, друг. Клюй теперь. Я ж надеюсь на тебя. Надеюсь. Надежда умирает последняя. То одна щука и все. Я ж ехал сюда за... О, теперь после того тяжелого балансира неудобно. Пятерочкой махать. Это пятерка балансир. Ну уже прям интересно стало, что ж там сидит тот рыбак и никуда не сходит с того места. На одном месте сидит себе и все. А как известно, любопытство всегда берет верх. Решили мы с Денчиком сходить посмотреть, что же он там сидит и нас не зовет. Нет нигде никого, только там аж он километров за 7 кто-то там ходит. Пойдем проверим. Такой мороз на улице, а под снегом, вон, видите, вода. Вода, ё-моё. Снега навалило. И внизу не замерзает. Стрёмный немного лед здесь. Итого. Добрый день. Фух. Что такое?
Ну, цікаво, що ви сидите і не сходите з одного місця? Куди? То ж ми прийшли спитати у вас. Це ж ви щуку судака шукаєте. Ми шукаємо рибу, яка ловиться. Ну, щось похоже на те. Пес, ти замерз. Да? Сідай у саночки, йди. Іди. Що? Ти не кусаєшся, ні? Чи можеш? Ай, холодно йому. Надо будку з собою носити. Да? Іди в санки сідай, іди в саночки. Іди. А ловила здесь, друзья, вот такая рыбка. Рыбка мелкая плотвичка. Во, на стоячку. Зверь, ты ловил? Денчик обиделся, что маленькая рыба. Пошел обратно искать щуку. Ну и мы пойдем, а что делать? Мелкая плотвичка, да еще и не ловится. Будем искать что-то поболее. Хопа-хопа, та ты шо? Денис, клює? Продай рыбы! Продай рыбы, а то вдома скажешь, что не был на рыбалке. Будем мы, наверное, закругляться. Солнышко зашло. Мороз берет. Холодно. Ребятки, вступайте в мои группы рыбалки в соцсетях. Дальше будет интересно. Будем делать конкурсы. Будем проводить аукционы. Новая фишка. Аукционы будем делать. Возьму какой-то товар хороший, интересный. И кто хочет участвовать, например, сбросились там по 50 рублей. И участвуем. И кто-то его выиграет. О, есть еще идея. Ребятки, давайте в Телеграме наберем 3000 подписчиков. И как только будет 3000 подписчиков, мы сразу сделаем розыгрыш какого-то приза. Согласны? Ну тогда дерзайте. Вступайте в Телеграм. И думаю... Через недельку, через две, как только наберется, так сразу сделаем розыгрыш. Ну а пока, что тут еще сказать? Сегодня 26 февраля, скоро уже весна, что не может не радовать. И скоро будут рыбалки вот такие. Ну а пока и так хорошо. С нуля вышел, и на том спасибо этому водоему. И на этом буду прощаться. С вами был... Михалыч, МС Ледобур, Денис где-то там вдалеке, канал Клуб Рыбаков, ну и всем пока-пока.